У следствия по делу о недавнем бунте в Одесской исправительной колонии номер 51 появились сразу 7 подозреваемых. Речь идет о заключенных, которые, по версии следствия, организовали и координировали действия бунтарей. Все семерки инкриминируют дезорганизацию работы исправительного учреждения. Прокурорами Одеської обласної прокуратури та слідчими головного управління Нацполіції про підозру повідомлено 7 особам, які на той період часу були ув'язненими та підозрюються у вчиненні масових заворушень на території установи виконання покарань. Всі ці особи на теперішній час перебувають в установах, які обмежують їх конституційні права. 5 з них перебувають у слідчому ізоляторі. Ще 2 осіб знаходяться у колоніях виправних в різних регіонах України. Напомню, бунт в 51-й колонии вспыхнул утром 27 мая прошлого года. В результате массовых беспорядков на территории учреждения возник пожар. Сгорели несколько помещений и пожарный автомобиль. 14 сотрудников колонии получили различные травмы. Уже через несколько часов бунт был подавлен. Самых активных участников вывезли, остальных в течение месяца распределили по другим колониям. По официальной версии, беспорядки спровоцировали авторитетные сидельцы, которых хотели перевести. Официальный конфликт возник из-за запрета поставок наркотиков со стороны все тех же авторитетов. Сейчас колония расформирована.